Всем привет! Вы на канале Изо студии увлечений. И сегодня я предлагаю вам сделать кукольный театр. Для этого вам понадобится несколько листов бумаги разного цвета, ножницы, клей-карандаш и фломастеры. Возьмем первый листочек бумаги. Я возьму розовый. Складываю треугольник. Проверяем, чтобы уголочек был острый, линия ровная. И только в этом случае отрезаю лишнюю часть. Поворачиваем так, чтобы уголочек смотрел вниз. Открываем. И сгибаем нижний уголочек к линии середины. Согнули, хорошо промяли. Сложили по линии сгиба. Теперь берем с одной стороны уголочек, опускаем вниз. Со второй стороны уголочек опускаем вниз. Поднимаем кверху так, чтобы наши уголочки были немножко наискосок. С одной стороны и с другой стороны. Сбоку сгибаем линию немного наискосок. Одна линия, вторая линия. Теперь берем нижний уголочек, самый нижний, и подгибаем наверх. Загнули. Перевернули на другую сторону и подогнули верхний уголочек. Вот у нас получилась такая голова. Теперь мы можем взять фломастер и нарисовать мордочку. Я возьму черный. Нарисую глазки, носик, это будет у нас пятачок, хрюшка, получится улыбочку. Можно оставить так и играть головой, а можно сделать тело для нашей хрюшки. Для этого я возьму остаток бумаги, смажу уголочек хорошо и заверну в кулечек. Хорошо прогладили. Теперь нам нужно отрезать так, чтобы было ровненько. Теперь я могу смазать кончик своего кулечка и вставить внутрь головы. Это все по вашему желанию. Можно сделать, например, три поросенка, и будет у вас сказка про трех поросят. А можно сделать еще других персонажей. Сейчас я покажу. Для этого я буду брать другие цвета бумаги и делать все то же самое, только мордочки у них будут разные. Thank you.
Вот такие замечательные персонажи по одной схеме у меня получились. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Желаю всем творческих успехов. До свидания!